Здравствуйте, приветствую всех на своем канале, и в этом видео я решила полистать электронный каталог вместе с вами Faberlic 4/2018. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной, всем желаю приятного просмотра. Я знаю, что девочки выкладывают некоторые просто с музыкой, чтобы посмотреть картинки, но тут я решила именно остановить ваше внимание на каких-то новинках, на акциях, на выгодных предложениях, то есть это будет все-таки просмотр с моими комментариями. Нашла я здесь в одной группе ВКонтакте, где поудобнее листать. Хотела в своем кабинете, но там, мне кажется, как-то не полностью всю страницу видно, поэтому я думаю, что здесь будет все-таки лучше. Конечно, монитор передает не так ярко краски, каталог очень классный, красочный, такая вот обложка. Действовать он будет с 26 февраля по 18 марта, то есть получается около 3 недель, что довольно много и можно успеть. Если честно, когда я его посмотрела первый раз, я там хотела практически все, но потом уже думаю, что нужно, что не нужно, и начинаешь смотреть, выбирать. Ну, давайте посмотрим. Новинка появляется, и она будет за регистрацию новичков. Сейчас у меня не будет ссылки в последних видео, потому что я пока не регистрирую в компанию на себя лично. Потому что я сейчас работаю в компании. У меня уже у некоторых были вопросы в Инстаграм. Да, я больше не работаю в школе, я работаю именно пока на пункте выдачи Faberlic. На каком конкретно я говорить не буду, потому что это как бы мое личное дело. Вот. Но, в общем, я являюсь официальным консультантом и буду идти дальше именно в этом направлении. На данный момент с 26 февраля по 18 марта, если вы регистрируетесь, вы получаете в подарок эту новинку. Это аромат, парфюмированная вода Каори Юзу. 55 мл, 659 рублей, она будет также стоить в каталоге. Поэтому смотрите внимательно, ноты здесь очень интересные и цена неплохая. А оплатить нужно будет всего лишь на 1499 рублей в ценах каталога ваш первый заказ. Тогда вы получите подарок. Так, мне понравилось, что вот этот набор идет по цене 749 рублей. Он до этого был дороже, обратите внимание, в третьем каталоге. И появляется набор О Фееррик Сенсуэль 829 рублей для любителя данного аромата. Присмотритесь. Все в таких классных цветах. Водичка от Валентины Юдашкина 1099 рублей. Именно розовая идет дешевле. Со скидкой идет Пондор и Платинум ароматы с большой 50-55%. Эти водички пользуются популярностью. Мне больше всех нравится букет де Жардин. А точнее, он читается букет де Жардан. Хотя так пишется. Забываю ее частенько. 479 рублей будут на эти водички. Де Аврор и де Нюито. Также будут недорого стоить. Может быть, это хороший подарок на 8 марта, потому что каталог уже как раз приурочен именно к этому прекрасному женскому празднику. Вот такие наборчики, это Интемпорель и Шершеля Фам по выгодной цене. Наборы Донна Феличе. Серия Платинум тоже наборе брать выгоднее. Платинум. Новинка появляется. Набором выгоднее брать гель для душа, крем для рук и туалетное мыло. Все, что пригодится в хозяйстве отдельно, цены будут дороже. Это новинки, которые будут идти с маслом фисташки, молочными протеинами. Заявлено для обновления кожи, обновляющая серия. Выгодная цена, присмотритесь. Также вот такие наборчики, которые уже не новинки, по 279 рублей. Это будет кокос и 99 рублей дезодоранты. Антиперспирант. У меня сейчас изысканный уход. Вот первый мятный, мне он очень нравится. Наборчик «Абсолютный комфорт», который идет с ароматом инжира. Цены снижены на шампуни и бальзамы. Такие классные коробочки, которые вы можете подарить, например, на праздник. Здесь идет серия «Ля Крем», «Роскошная мягкость» и «Манго и папайя». И новиночка, вот это вот мной, наверное, очень долгожданно, но пока у меня все есть, потом обязательно я себе приобрету, наверное, отдельный гель. «Мадагаскар», «Райский уголок планеты», это вот будет новинка, где два в одном. 310 мл, гель для душа и пена для ванны. Это серия разных путешествий. Здесь на любой набор будет цена 119 рублей. Очень хорошее, выгодное предложение. Тоже новинки снова мы видим в серии.
спа, будет такая довольно большая линейка, и она сразу идет по сниженным ценам. Любые два продукта брать выгоднее по акции, и сразу и новинки акции. Это очень здорово. Молодцы, компания Faberlic. И они будут с ароматом шоколада. Масло какао здесь и иланг-иланг. И уже полюбившаяся всем серия спа, которая идет с органой и лотосом. Два выгоднее брать. И серия Секрет Клеопатры. Купоны бонусные будут появляться. Надо их копить и тратить. Купончики до 70% скидки. Здорово. Пакетики, во что можно оформить ваши подарки на 8 марта. Аромат Портужур по такой же цене 1499 рублей. Сильно снижена цена на Beauty Cafe Caprice. 699 рублей всего лишь будет стоить данный аромат. Бонусом будет идти при покупке на 300 рублей аромат Ophelix Insol 15 мл. Остальные цены здесь более обычные. Сильно снижена цена на аромат Променад, который идет 50 и 55 мл. Они будут стоить очень выгодно, особенно 50 мл 599 рублей. Выгодно, если любите, присмотритесь, можете приобрести себе этот аромат. Инкогнито будет наборчик небольшой, 219 рублей. По обычным ценам идут уже таким сниженным. Urban Legend, водички мужская и женская, и Бомонд. Ну, для мужчин здесь тоже есть скидка, потому что, хотя уже нет, не попадает на 23 февраля, но может у кого-то там дни рождения, или тоже для мужчин всегда есть акции, скидки в каталогах. Да, их водички. Выгодно будет брать Ванд Девантюр серию 2 вещи. И из этой серии будут такие небольшие наборы. Весенняя такая страничка, здесь написано про макияж. Очень красиво здесь сделано у девушки и пионы, как я понимаю. Красивая страничка, но у меня, конечно, она на камеру не такая ярко передается, но, конечно, через каталог вы почувствуете этот дух, даже аромат чувствуется вот этой вот весны, цветов. Очень красиво сделанный макияж, просто замечательный. Надо будет мне его как-нибудь повторить, сделать такой макияж. Новинка, долгожданная именно мной. Я даже собираюсь здесь себе брать один оттеночек помады. Цена, конечно, будет не бюджетная, 329 рублей, но все-таки. Представляет эту коллекцию Рената Литвинова. Это помадка Рената. И также будет пудра в шариках. Помада 329 рублей, пудра в шариках 699 рублей. Помаду хочу я именно взять, попробовать один оттеночек. На эту новинку уже цена будет выгоднее все-таки в третьем каталоге. Тут уже 1999 рублей дороже. Новинка, новый оттенок, подходит для нанесения влажным и сухим способом. Это запеченная тень «Ослепительный взгляд». 56-25 вот эта вот палеточка будет в этом артикуле. Такие очень красивые цвета. Называется «Романтика». Вот это вот цвета здесь такие серо-зеленые, какие-то такие коричневатые и розовый оттенок. Очень нежный, красивый для любителей данных теней, присмотритесь. Цена будет обычная 559 рублей. Но очень хорошая цена будет на блистательный дебют лак для губ. 249 рублей, снижена цена в половину, то есть 50% скидки. Если любите, то закупайте здесь. Почти такая же цена останется на лаки. Вот эти вот лучшие сценарии 159 рублей. У меня много лаков, поэтому именно я не беру. Но цвета, конечно, очень здесь красивые. Нежные и прекрасные, дорогие. Но пока я с лаками пытаюсь воздержаться. И новинка тени, которая представляет Елена Темникова, замечательная певица. Выглядит она здесь шикарно и роскошно, я считаю, вот слева на страничке. А справа представлены тени. Выходит аж целых 5 оттенков теней. Это жидкие тени для век, галактическое путешествие, и в том числе они на Елене. Красивые цвета, и все такие они нюдовые.
Наверное, особых проблем не будет с их нанесением, но цена пока что 229 рублей, что не очень бюджетно. В предыдущем каталоге без этих новинок эти цены, эти тени стоили 179 рублей, то есть там их выгоднее брать. Но если вы хотите именно новинки, то, конечно, берите здесь. Я пока что их не пробовала. Туши для ресниц цветные идут. Тушь Пушап. Мне очень понравилось, что вот эта вот палетка теней для век звездный час идет за 379 рублей, скидка 45%. Подумываю над ее приобретением. 5404 артикул. Слышала хорошие отзывы на нее, особенно у Элечки. И наборчик вот будет 349 рублей, тушь для ресниц и подводка. Хотя здесь нарисовано фиолетовое, я здесь это точно вижу, вам, наверное, это будет не очень видно. А на самом деле в комплекте идет черный, имейте в виду. Двойные тени 249 рублей, это хорошая для них цена, потому что часто они идут дороже. Дальше давайте посмотрим в подарок. Здесь идет пробник новиночки, наверное. Так, пробник, не знаю точно какой воды, но в общем в подарок он идет здесь при покупке с определенных страниц 74-81, это декоративная косметика как раз. Если я вот эти тени все-таки возьму, обязательно расскажу, какой это пробник был. Помада по очень хорошей цене, бархатный сезон, у меня есть два оттенка, мне она нравится, 179 рублей, ее также представляет Линочка Темникова. На ней шикарно смотрится данный оттенок. Оттенок 451, гранатовый красный. Очень красивый, насыщенный. Дальше тут наборчики по 299 рублей. Помады, карандаш, помады и тушь 329 рублей. Как бонусы за покупки идет оттеночный бальзам по 59 рублей. Недорого. И два продукта за 129 рублей для губ. Выгодные цены будут тоже при покупке двух продуктов. Это для лица румяна увлажняющий корректирующий тональный CC-крем. Здесь мастер цвета идет по 299 рублей. Он будет, если покупать два продукта румяна и пудра. Стойкий тональный крем. У меня отзыв пока только один моей коллеги, что не очень понравился, но будет он стоить 329 рублей. Это тональный крем. И новинка здесь выходит, силиконовый спонж для макияжа, 149 рублей. Ну, как-то я еще такой пока ни разу не пробовала и, наверное, не рискну, только-только начала привыкать к бьюти-блендерам. Поэтому это пока не про мою честь. Уже нет такой акции с лаками, они будут стоить 199 рублей, но есть, опять же, акция про наклейки, они 59 рублей будут, если брать две штуки. Средство для удаления лака для ногтей, жидкость, да, для снятия лака 199 рублей, хорошая цена, и пилочка 49 рублей. Любые два средства будут выгодно брать за 115 рублей. Часто берут, вот я замечаю на пункте, вот такие вот карандаши, комплексное средство, и берут их и дороже. Здесь оно будет 149 рублей, это средство стоить. У меня есть какое-то магазинное, поэтому я себе не беру. Но обратите внимание, кисточки появятся, наконец-то их не было какое-то время. Об этом каталоге в четвертом они будут. Тушь также стоит 129 рублей при покупке любого продукта, правда, уже из серии Beauty Box. Она и до этого в третьем каталоге, по-моему, во втором тоже стоила 129 рублей. Оранжевую я не пробовала, розовую я пробовала, не впечатлилась. Очень понравились здесь цены мне вот эти вот 499 рублей на палетки для теней для век. Есть вот такая нижняя палетка, такую я бы хотела попробовать, но пока что не дошли руки и нет вот такой особой необходимости ее покупать. Но вообще она здесь будет дешевле, чем в предыдущих каталогах. Скраб для губ будет дешевле 89 рублей. И маски-патчи для губ будут как бонусы, то есть их нужно выбирать на последнем шаге, я напоминаю, если что, консультантам на втором. Будут стоить маски-патчи 49 рублей всего лишь, вот такие вот они, пока у меня одна была за 99, я брала, но не пробовала еще. И пигменты для губ 129 рублей. Так, Selfish, да, будет здесь тональный крем Blur Selfish, 169 рублей при покупке продукта также из серии Beauty Box любого. Дешевле. 50% скидка на вот эти вот наливные средства для губ и щек, 199 рублей они идут. Два аромата здесь нужно будет брать из серии Маши Вэй. У меня есть Belle Ange, я его очень люблю, сегодня в том числе и пользовалась. У меня уже, наверное, половина флакончика, замечательный для меня именно аромат.
еще есть бумкутюр, бонбоншери и сорбе жали. Эти ароматы, они такие девчачьи, прекрасные, поднимающие игривое настроение. Мне они нравятся, и по стойкости они держатся примерно полдня. То есть где-то прошло полдня, нужно их обновлять. Хорошие запахи. Конечно же, на данной водичке на все есть пробники, и они идут в объеме 30 мл. Советую взять, конечно, пробники сначала потестировать, если вы не знакомы с ароматами. Лаки будут как бонусы 89 рублей, вот эти небольшие, и трафареты для маникюра 39 рублей. К сожалению, их очень часто нет в наличии за 39 рублей у нас на складе, но, может быть, кому-то повезет, они за такую цену здесь идут, недорогую. Серия Квасмарт, из нее ничего не брала, но выгоднее брать два продукта. Серия Пролексир, наборчик, крем для век и дневной крем 449 рублей, остальное обычные цены, но еще скидочка не очень большая на сыворотку защита молодости кожи 15 мл. Я как-то не вдохновилась данной серией, мне больше нравится другая серия, я ее покажу вам чуть попозже, когда она будет. Серия Гардерика, тоже по наборам выгоднее брать. Риноваж, тоже в наборчике идет. И серия Oxyology, я вот ее очень люблю. У меня кислородное сияние как раз идет, дневной, ночной для кожи вокруг глаз, мне очень нравится. И питание будет выгодно брать по наборчикам таким небольшим, и сияние. Также кислородный баланс тоже выгоднее брать наборами. Новинка здесь появляется, это вот такая вот рукавичка для снятия макияжа. Но мне кажется, что 399 рублей для такой вещи — это дорого. Поэтому не советую брать, и вряд ли я себе буду ее брать. Подорожало средство экспресс-корректор, в третьем каталоге оно идет дешевле. Но дешевле, по-моему, здесь Blur крем 599 рублей. Любые две маски за 129 рублей, каждая Beauty Lab серия. Серия Эксперт выгоднее брать два за 299 рублей тут идут. Любые две маски. Серию Эксперт я особенно не беру, поэтому смотрите сами, пропускаю. Серию Вербена я тоже не беру, но тут очень выгодный набор 299 рублей, дневной, ночной крем и крем для век. И также крем-гамаш можно приобрести всего лишь за 69 рублей при покупке любого средства серии Вербена. Наборчик 259 рублей серии Ботаника 50+, также 30+, за такую же цену. 20+, отдельно идут, и 40+. Также гель для умывания и тоник 159 рублей, серия Ботаника. Для всех типов кожи и для любого возраста. Хорошее предложение. Серия Ультра Клин Грин идет набором тоник, матирующий и гель-корректор. За 299 рублей остальное цена обычная. Серия Эксперт Фарма мицеллярная вода. При покупке любого продукта с этой страницы 99 рублей, но цены здесь обычные. Скидка 40%. На щеточки, обратите внимание, которые появились, да, силиконовые, новые, пока я не пробовала, за 99 рублей. К ним идет защитный колпачок для зубной щетки. В наборе целых две штуки. Тут написано, какие с какими, голубая с розовой и желтая с зеленой. 79 рублей такой наборчик будет. Стоить очень интересно. Цвета такие яркие, классные, но у меня сейчас пока есть щетка, поэтому я воздерживаюсь и не покупаю себе. Ополаскиватель 179 рублей, тут цена вроде бы как в половину снижена, но я такое тоже обычно не беру, эту серию Эксперт Фарма. Крем для ног 85 рублей. Вот что мне очень понравилось, что здесь будет вот это средство, которое я люблю, крем-гель после депиляции, 99 рублей по акции, два продукта. Наверное, возьму себе как раз два таких, скоро весна, летом, нужно будет больше брить ножки, да, и, конечно, мне это средство очень нравится. Я его убрала, по-моему, уже два раза, или один раз, но мне оно понравилось. Хочу повторить, бритвы мне не нравились, не понравились, я говорила о них в пустых баночках, именно мне они не подходят. Про руки серия, два продукта за 69 рублей выгоднее брать. Новиночка появляется. Новинка — это крем для рук, формула омоложения. Это что-то наподобие вот данной серии, которая слева, но здесь идет именно крем для рук, новинка. Такие красивые цветочки весенние, так они и привлекают к себе.
будет 60 мл, объем такой же, как и вот это, в этой серии. И отдельный набор подарочный можно взять за 500 рублей. Такая красота, может, вы кого-то хотите порадовать, например, мам или бабушек, замечательные подарки. Серия My Honey, тоже по наборчикам, но я как-то особенно ее не люблю. Появляется новинка в серии вот этой вот Story de Amour. Сочная вишня, освежитель и зубная паста. По-моему, освежителя не было, был только малинка. У меня он есть. Ну, как-то я им особенно не впечатлена, поэтому и этот тоже брать не буду. Конечно, все на любителя. Дальше продолжается распродажа этого мыла. У нас его очень часто берут кускового. Вот это вот, которое Story de Amour, I love you. Очень красивые такие кусочки в виде сердечка. Приятно получить такое дополнение к подарку. И вообще очень симпатичное мыло. Набор. Серия Story de Amour. 259 рублей. Хорошие цены на пасты. 79 рублей. И здесь нужно брать 2 за 69, 3 за 59. Понравились мне очень цены на салфетки. Буду себе брать 3 вида, наверное. Вот первые 3, кроме которые идут с антибактериальным эффектом. Свежесть алоэ. Как-то мне запах алоэ не нравится. А вот эти 3 планирую себе к покупке. За 29 рублей будут они стоить. Вот такая вот девушка здесь красивая. На данной страничке. Мне понравилась эта страница. И особенно, что влажные салфетки дешевле. Они очень классные, хорошо пропитанные и приятно пахнут. Новинка, наконец-то, краска. Неизвестно, достанется она кому-нибудь и будет ли она на складе. Это шелковое окрашивание. Второй, наверное, запуск этой краски стойкой. Я уже как-то брала в старом версии и попробую обязательно эту. Будет она стоить как бонусом 149 рублей, то есть на втором шаге. При покупке на 300 рублей себе я выбрала вот этот оттенок горький шоколад 3.0. Решила взять с ноликом. Говорят, что она лучше закрашивает и потемнее цвет, чтобы закрасить свой красный оттеночек. Буду пробовать. Вот эта серия салонки, я пока до нее не добралась, ничего не могу сказать, но опять же шампунь с бальзамом будет цена 429 рублей, выгодно брать. И вот такие вот новинки, ампулы появляются, просто замечательные. Это серия Эксперт, все как по сериям есть. Моя самая любимая вот эта розовая серия, защита цвета, ее и буду брать ампулу. Ну, остальные серии, на них есть скидки, но меня не особенно не интересуют. Также хочу обратить ваше внимание, что будут саше пробники нескольких серий, и они будут стоить по 5 рублей, если брать 2 штуки. Очень выгодно, потому что их цена обычно 19 рублей. Присмотритесь. А здесь выгодно брать для идеальной гладкости серию или для придания объема. 279 рублей шампунь и кондиционер вместе. Лаки здесь вот для волос тоже чуть дешевле, чем были. А на мою любимую серию, вот эту вот, которая идет для окрашенных волос, к сожалению, скидки в данном каталоге нет. Для детишек серия, для новорожденных, для маленьких самых 0+. Идут хорошие цены для геля купания младенцев и для комплекс экстрактов для купания младенцев. 169 и 129 рублей. Остальные цены как обычно. Серия без особо сниженных цен Технокидс. Наконец-то я выучила ее название, потому что постоянно еще до сих пор приходят, спрашивают астронавтик. Эта серия теперь Технокидс. Цены здесь обычные. Я взяла своему сыну щеточку зубную, вот сейчас уже жду в третьем каталоге. Там цена такая же, 129 рублей, как и здесь. Это в основном для девочек, у меня все-таки мальчик, и поэтому я редко обращаю внимание на такие странички. Но если у вас дочки, то, конечно же, смотрите, выбирайте. Очень много кто ходит, покупает, и всем почти нравится, потому что детишек тоже очень радует компания. Серия для питания появляется такая новинка, очень интересная именно для меня. Здесь имбирь, мед и лимонник. Я не особо любитель меда. Но имбирь мне нравится по вкусу и по аромату. Будет такая новиночка, 29 рублей. Это сухой напиток с медом и лимонником. Здесь одна порция будет. Я, наверное, возьму себе, попробую, потом расскажу свое впечатление. Упаковка живицы уже стала другая. Цена будет хорошая, 279 рублей. Бальзамы идут по сниженным ценам на 40%. Комплексы. Коралловый кальций также представлен. Фитокс будет снижена, хорошо, цена 199 рублей за 7 саше, то есть за 7 порций.
Батончики пока идут по таким же ценам. Чай снижена цена 149 рублей в половину. Хотя, конечно, он бывал и за 129 рублей, но там было как бонусом. Все равно здесь только два вида осталось, уже, видимо, все разобрали. Смотрите, берите, покупайте. И кашки, супчики 39 рублей, хорошая цена. И напиток сухой растворимый какао 29 рублей, как бонус идет. Вот эта серия для меня очень дорогая. Про Денос ничего про нее не могу сказать. Посуда красивая, фарфоровая. Появились пробники, а точнее они и были, но просто их теперь выставляют в каталоге. Пробники концентрированного средства для мытья посуды. Здесь будет шалфей, алоэ вера и мята с лимоном. Такие вот пробники по 19 рублей, их тоже как бонусы брать. На них скидки нет, если что, обратите внимание. Никогда мне не проходило на такие средства скидка. А сами средства для мытья посуды будут как раз именно эти и еще... Малинка, да, здесь будет 149 рублей, хорошая цена, я пользуюсь удовольствием, у меня сейчас для чувствительной кожи вот данная первая, очень нравится. Здесь сказано, что можно растворять, подходит для мытья детской посуды 0+, то есть гипоаллергенно, абсолютно ничего не делается с кожей, не сушит, имеет приятный аромат. Поэтому обратите внимание, какие именно здесь будут виды. Его можно растворять и один к трем с водой, но я так не делаю, потому что я беру просто меньшее количество, и мне надолго его хватает. Мыло для кухни часто берут 89 рублей, цена будет снижена, и для духовок каплиц 149 рублей. Порошочки будут идти выгодно, 299 рублей порошки будут идти, их теперь 4 вида, 2 в премиум и 2 еще вот этих новых с ароматом «Альпийский луга» и «Морозный день». Берут их очень часто, порошки хорошие, все их хвалят. Так, любой кондиционер стоит 149 рублей, половина цены получается, выгодно брать. Пятновыводитель тоже по хорошей цене идет. Влажные салфетки надо брать 2 упаковки за 65 рублей. И 2 карандаша пятновыводителя за 109, хотя раньше можно было и один за такие цены взять. Теперь вот как-то все больше по 2 в этом каталоге. Любые 2 ароматизатора для белья, тоже 2 надо брать, 75 рублей, отзывы разные, кому нравится, кому нет. Антистатики будут 79 и 99 рублей. Салфетки влажные 99 рублей. И появляются вот такие освежители, которых уже нет, это которые 345 миллилитров. Они будут по 115 рублей при покупке продукта, вот что-то для дома, если вы берете. Хороший у них объем, больше все-таки, чем у предыдущих, и видно, что в прозрачном флаконе сколько там расходуется. У меня сейчас флакон непрозрачный, как новинка, да, в котором 250 миллилитров, сложно понять, сколько его вообще истратилось. И новинка будет отдельно, это спрей антиналет для ванны и душевых кабин 300 миллилитров, вот такой вот в серии «Дом». В нем будет интересно, конечно, как оно будет удалять, известковый мыльный налет, но можно отдельное средство не покупать, а каким-то для ванны, да, например, пользоваться, поэтому пока эту новинку себе приобретать не буду. Монарда, да, получается, спрей для обработки поверхности, его называют кратко Монарда, 199 рублей, хорошая цена, половина цены, то есть 50% скидка. Очень резко уже и раньше была представлена такая же цена. И вот мы уже переходим, наконец-то, вот оно вот начинается, самое интересное, это для меня, как обычно, одежда, мода и стиль, уверена в себе, всегда на высоте, не могу это не зачитать, твой образ, твоя яркая индивидуальность. Вот, и всегда у них подписано, здесь будет, на страничках меняешься ты, меняется мир, но на самом деле так оно и есть. Красивая весенняя серия, мне понравились некоторые модели, но больше мне понравилась как-то базовая коллекция, поэтому, наверное, все-таки там, может быть, что-то себе приобрету, но думаю пока. Вот такие модели, ну, конечно, мне кажется, это больше для стройных девушек. Кто-то со мной согласится, кто-то нет, но именно светлые оттенки они явно полнят. Вот такой вот пальтишко на рукавчик 3/4 будет по сниженной цене. И платье по адекватным ценам, не сказать, что очень высоким. Вот такая серия появляется в сиреневых оттенках цветов. Но как-то меня здесь пока ничего не интересует, поэтому я не останавливаюсь долго. Смотрите сами модельки. Мне очень понравилось вот это вот решение, вот прям вот эта вот блузка и вот этот кардиган такой с вертикальными полосками, удлиняющий фигуру, может быть, он даже для моей бы фигуры этот комплект подошел.
Но мне не очень понравилась цена. Все-таки она не сильно снижена. Кардиган на меня будет 48, там, да, 50, например, 1999. А футболка с длинным рукавом и принтом 699, что все-таки невыгодно. Поэтому я пока брать себе вот данный комплект не буду. Но имею его в виду, когда он будет подешевле. Может, на каких-то распродажах. Кардиган очень красивый, мне понравился. Также вот такие футболки. Но это уже предыдущая коллекция, как я понимаю, распродается здесь. А вот здесь новинки. Тоже новинки такие светленькие в голубых тонах. Так это все выглядит на отдельных страничках. Из обуви новенькой появляются туфли. Будут туфли на таких вот тоненьких каблучках, да, и на более устойчивых. На более устойчивых всего 4 сантиметра каблук. Даже для меня это сейчас уже низковато. У меня подъем выше, наверное, сантиметров 7. Вот, а здесь что-то я... А, здесь 5,5 сантиметров вот каблучок будет. Также появляются кроссовки сиреневые, голубые, на любой вкус здесь, да, можно подобрать такие весенние, светлые, но, конечно, они не для нашей полосы, не для нашего города. У нас все-таки светлая обувь, наверное, нет, не стоит на ней ходить. И увеличенный размерный ряд обуви до 41 размера. Обратите внимание, если у кого-то был 41 и не могли себе приобрести. Лоферы появляются, вот эти вот туфли Виват. Серия синие, пудровые, бежевые, да, наверное, черные. Очень понравилась мне вот эта страничка. Здесь идет палантин Романтика и зонт Романтика. 699 рублей сумка, тоже очень приличная, но они все в светлых оттенках. Зонтик я, возможно, возьму попозже. А сумку и вот это вот все платочки я приобретать не буду. Сумка, если была какого-то, возможно, другого оттенка, выглядит она шикарно. На мой взгляд, неплохо. Такие строгие, четкие линии. 2299 рублей она стоит, но это ее стандартная цена таких сумок. Присмотритесь. Очень понравилась мне бижутерия, вот это законы романтики. Я хотела себе даже брать вот эти нижние сережки, но, наверное, все-таки пока не буду, потому что больше нравится серебро. И оно в компании Faberlic, на мой взгляд, выполнено качественно более, чем под золото. Поэтому я себе из данной бижутерии ничего приобретать не буду. Мужская коллекция пополняется. У меня муж не берет одежду по каталогам. И обувь, кеды. Для мальчиков вот такая классная футболка, мне вот она понравилась, но сын у меня, к сожалению, не заценил, поэтому пока не будем ему брать вот эту вот полосатую футболку в полосочку, но посмотрим, я вам покажу, что у меня выбрал сам сын здесь. А выбрал он у меня вот эту футболку, она будет стоить в нашем размере 399 рублей, красненькая такая, вот он ее очень хочет, наверное, я ему закажу, если будет в наличии 122, потому что сейчас уже 116 она маловат, а 122 пока велик, но я беру побольше, то есть 122. Сыну у меня почти 5,5 лет. Так, здесь тоже для мальчиков отдельная одежда, для девочек ничего говорить тут не буду, потому что меня эта тема не касается пока. В ближайшее время не коснется. Потому что девочки у меня нет. Очень понравилось мне вот это платье. А точнее, мне понравилось синее, ярко-голубое, вот это второе. Здесь идет красное, темно-красное, черное и ярко-голубое. По цене 1200 рублей на меня получается. Я пока думаю между размером 48 и 50. Я хочу более свободное, поэтому возьму, наверное, все-таки 50. Понравилась мне здесь и вот эта юбочка. Здесь два цвета, серо-коричневый и синий. Подумаю над приобретением. Также будут такие полосатые кофты, джинсы, юбки. Присмотритесь, цены адекватные. Базовая коллекция здесь расширяется. Тут меня ничего особенно не заинтересовало. В данной коллекции мне понравилась футболка вот эта вот, но она будет на мой размер 449 рублей. Бирюзовая. Новый цвет появляется белый, красный и сиреневый. А также появляются узкие джинсы. Ну и какие-то цвета здесь добавляются. Мужская коллекция, долго останавливаться я не буду на ней. Одежда для девочек постарше, для подростков, для мальчиков. Вот этот костюм у меня выбрал сын, которому 5 лет, в такой вот серый. Я у него еще уточнила, точно ли ему надо такой серый, но он на камеру темнее. На самом деле это такой, называется он темно-серый меланж. Красивый такой оттенок. Я, наверное, буду ему брать такую вот кофточку, брюки как раз тоже в 122 размере. Посмотрим, если будут в наличии. И нам всей семье понравилась вот эта вот футболка оранжевую, футболочку. 399 рублей она будет в нашем размере стоить. Дальше идет одежда такая более школьная, более строгая.
для мальчиков, для девочек. Здесь решили все-таки напомнить, что есть у нас белье и отдельный каталог Флоранж. Там мне понравилась только одна модель. Вот так вот получается. Я, может быть, ее куплю, когда будут скидки весной и летом на нее. И дальше эти же новинки нижнего белья, которые были в предыдущем каталоге. Очень меня порадовало, что на колготки цветные 60 ден 299 рублей цена. Почему обращаю именно для вас внимание на это? Потому что обычно она 399 рублей. Я все равно беру и по 399. У меня вот сейчас есть коричневый меланж. Но планирую еще себе взять серый меланж и синий меланж. Потому что меланжевые колготки лучше по качествам, чем обычные, по отзывам девочек и по моему собственному впечатлению. Хорошие они по качеству. Хотя здесь нет голубого вот оттенка, да, как водолазка. У меня есть еще голубые колготки. Поддеваю их под джинсы, под брюки, и мне нравится. У меня есть вот голубого цвета. Водолазки идут 699 рублей, по-моему, у них такая цена и была. Я сегодня дома нахожусь, у меня сын болеет, поэтому я вам сейчас доснимаю видео и пойду заниматься с моим малышом дальше. И обычные такие колготки, появляются новый цвет, мне показалось, что такой а-ля что-то ретро. Вот этот цвет такой желтый какой-то, вот он. На камеру он какой-то красивый, бежевый, но называется он нюд, и по факту он какой-то желтоватый идет. Еще я вам покажу вот такую вот вставочку. Здесь такие яркие обещания, но меня здесь ничего не заинтересовало особенно. Вам хочу показать, на что особенно снижена цена. Это будет также действовать предложение с 26 февраля по 18 марта. Это, наверное, будет с другой стороны каталога. Там каталог мы закончили смотреть. И будут здесь помады 129 рублей как бонусом при покупке на 300 рублей. Увлажняющие, да, первые увлажняющие и вторые объемные. Туши будут за 169 рублей, лаки будут 2 штуки за 99 рублей, 249 рублей подороже, чем в предыдущем, будут стоить ароматы. 79 рублей будет спрей с перламутром увлажняющий, вот здесь два будет вида этих спрейчиков. Так, лесная фея и любовь дикарки. Вот этот вот лесная фея я, по-моему, не видела раньше, но я как-то особенно ему не интересовалась. И ароматы будут 129 рублей, такие как Шершеля Фам, Мелоди, Фортуната и Кокет. Меня здесь особенно ничего не интересует, как я уже сказала, поэтому это будет акция мимо меня. Но если вы любите, то, конечно, обратите внимание. Наборы серии Витаманию будут молочко для тела и гель для душа, идти клюковая земляника и киви авокадо по 199 рублей. Также выгодно будет брать наборы разные такие, да, весенние, то есть хорошие могут быть подарки, например, на 8 марта. И кремы для рук очень выгодно брать, всего лишь по 59 рублей они будут, даже без всяких условий, здесь очень их много. У меня, кстати говоря, лично у меня хотели заказать солнечную облепиху, обратите внимание, здесь есть этот крем, если кто-то думает, что он пропал, да, как я, например. Так вот, он еще появляется в каталоге. Ну и, конечно же, серия и Витамания, и серия Beauty Cafe. Очень классно обе серии, когда я про них говорю, у меня прям слюноотделение повышается, потому что это вкусное, не побоюсь этого слова, просто кремики. Даже я подумываю себе еще взять запасы. Ну уж куда больше, у меня сейчас и так в использовании манго и папайя, и киви, и авокадо, и просто они замечательные. Плюс в запасах лежит еще у меня вишневый конфитюр. Набор с моим любимым ароматом, кто-то его любит, кто-то нет, я просто обожаю, это французский десерт. У меня уже второй гель для душа в использовании, вот этот вот суфле, да, крем для тела, обожаю, мне очень нравится запах, приятный, вкусный, просто отличный, именно мой самый-самый любимый сейчас в серии Beauty Cafe. Малина и белый шоколад, лимонное монпансье и ванильное лакомство, выгоднее брать два, да, наверное, здесь просто по наборчикам будет, а здесь выгоднее брать две штуки, чего бы то ни было. И здесь тоже любые два. Это серия пионы лилия. Очень хорошие, приятные цветочные ароматы, которые напоминают о весне. Тоже как идея подарка, например, очень даже неплохая, а хорошая. И здесь написано, что цветы лучший подарок 8 марта. Но, наверное, они правы, потому что и все странички такие прекрасные, цветочные. Серия османтус и лемонграсс. Тоже два выгоднее брать. Вот эти гели, которые многие любят, я знаю, по 79 рублей всего лишь будут стоить. И перчатки для душа 119 рублей.
Серия этноботаника вот здесь. Давно не видела ее в каталоге. 79 рублей будет любое средство для волос. Здесь есть как шампуни, так и бальзамы. Но мимо меня, к сожалению, эта серия проходит, потому что я не любитель ее. За 49 рублей будет оттеночный шампунь. Всего лишь. Здесь 4 есть оттенка. И последняя страничка здесь без особых распродаж. Но это будет серия для вот такая в защиту, да, собак. Может быть, что-то из этого, какая-то копеечка идет на благотворительность. Новинки это вот ланчбокс появляются. Хотела я себе брать, но как-то я не настолько люблю собак, поэтому решила все-таки не брать. И еще вот такой вот замечательная игрушка Веня. Мягкая такая собачка. Ну и такой милый очень, как я понимаю, здесь лабрадор. Но может это не так, я не очень разбираюсь в породах собак. Но мне так кажется. Такой вот у меня был обзорчик каталога. Надеюсь, он вам был чем-то интересен и полезен. Если это так, то вы меня порадуете подписками на мой канал. И, конечно же, по возможности для вас я буду это снимать. У меня сейчас просто очень болеет сын, серьезно. Поэтому нахожусь даже дома, не хожу на работу. Поэтому не в очень хорошем настроении. Но решила для вас снять такое видео и обратить внимание на новинки, лучшие предложения. Если у вас еще остались какие-то вопросы, задавайте их под этим видео. Всем желаю здоровья, счастья, радости, удачи, отличного настроения, хорошей масленицы, потому что она сейчас идет, масленичная неделя. И всем до новых встреч!